Здравствуйте, друзья. Неделю назад вот с этой самой позиции я снимал наш бэк-ярд, на котором ребята сажали кустики. И вот вы видите эти кустики посаженные. Значит, вот смотрите, вот вдоль вот этого забора одни и те же идут кустики. И они же у той части забора. А вот когда мы переходим сюда, тут уже другие кустики другого типа. И я специально как бы документирую, потому что нам сказали, что уже через 2 месяца они как бы разрастутся. Так что я с интересом наблюдаю. Задача такая, чтобы закрыть забор. И это наш любимчик. Вот мы его так специально прямо вот здесь посадили в таком месте, чтобы из окошечка было видно. Это наш лимончик. Вот он, красавец. Видите, он весь уже в зеленых лимончиках. Я думаю, с ужасом, если вот это все, что зеленое, вдруг станет вот таким желтым, оно просто деревце угробит. Там деревца никакого толком нет. На палочке стоит вот лимончик. Лимончики – это наша слабость. Все, потом посмотрим через пару месяцев, что получилось.